Никаких выпускников не вижу. Где они собираются-то? Thank you.
Thank you.
Да не переживай. Ищу перед глазами. Все, теперь потеряла, за кем шла. А где? Хорошо. Давай снимаешь. Можно поднять.
Будьте здоровы, еще несколько шагов, все назад. Еще несколько шагов, все каре на площади. Несколько шагов назад. Дайте возможность выпускникам занять свои места. Что случилось? Они ушли. А что нас тогда отсюда отгоняли? Да, мотоциклы ехали, да? Долго мотоциклы. Почему отсюда снимают? Я уж прям на готове. Видишь? Они сейчас будут уходить, поскольку там, или они вот потом идут? Человеческое достоинство и общественную нравственность. Курить, допускать действия, создающие опасность для окружающих. Напоминаем, что за совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия виновные убийцы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Спасибо за внимание. Когда ты сказал, школа окончена, почему-то здесь с этой стороны родители такие... Где выпускники? Чего-то их не слышно. Почему родители радуются громче выпускников? Дамы и господа,
На главную площадь города Саров вступает колонна виновников сегодняшнего торжества. Всех приветствуем, всем аплодисменты! Город, встречаем выпускников 2023! Готовы? Три, два, один! На площади появляются выпускники лицея номер 3, одного из ведущих образовательных организаций города Сарова. Возглавляет колонну директор лицея Сергей Викторович Бондарев. Обладатель почетной грамоты Министерства образования Нижегородской области. Лицей 3 входит в топ 20 лучших школ Нижегородской области по числу выпускников, готовящих абитуриенты для лучших вузов технического профиля. 150 лучших школ России по конкурентной способности выпускников в сфере технические, естественные научные направления и точные науки. Кто лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Педагогический коллектив и классные руководители Татьяна Марковна Михайлова, Елена Евгеньевна и Михайлова делятся своими выпускниками. Среди выпускников 24 медалиста. Среди них можно отметить, среди выпускников, я имею в виду, Алексея Базарова, Анну Баранову, Георгия Гранова, Дениса Землянухина, Алексея Кожелева, Владимира Луговкина, Дениса Минакова, Юлия Тарасова, Леонида Сивачева, Ксению Чепанову, Максима Шалина, Ивана Юрьева, Александра Хайдарова. Ваши аплодисменты! Это лицей номер 3! На площади колонну выпускников школы номер 7 возглавляет колонну директор школы Алексей Валерьевич Закутин, обладатель почетной грамоты генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», классный руководитель 11 класса Федор Матвеевич Кубрякин. В школе созданы условия для всестороннего развития, качественного образования, уверенного становления активной творческой личности, патриотов и граждан своей страны. Современная школа, школа роста, основная идея программы развития школы. Многие выпускники имеют свидетельство об окончании учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства. Активные спортсмены участвуют в соревнованиях и конкурсах различного уровня. Среди выпускников 2023 года стоит отметить Яну Стептянину, Максима Маева, Вадима Кучумова, Полину Шлундыкову, Максима Алешина и Павла Воронова. В составе волонтерского отряда «Твой выбор» ребята ежегодно участвуют в различных патриотических и экологических акциях. В качестве наставников проводят занятия и тематические уроки в младших классах по социальной активности, популяризации науки, здорового образа жизни. Ребята, пусть реализуются все ваши таланты, а жизнь будет яркой и насыщенной. Аплодисменты! Продолжаем встречать тех, кто в этом году прощается со школой, и это православная гимназия Сарова. Они появляются на нашей площади. Гимназия носит имя преподобного Серафима Саровского, директор гимназии Наталья Владиславовна Суздальцева, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, классный руководитель Наталья Вячеславовна Турова, учитель высшей категории. В этом году православная гимназия выпускает 10 учеников. Ребята, давайте им похлопаем! Поддержим! И, внимание, среди 10 человек 3 медалиста! Это крутой результат! Гимназия гордится своими выпускниками. Особенно отметили Марию Кожаеву, Алену Малышеву, Александра Бутузова, Глеба Галишникова и Нила Крюкова. Кстати говоря, от себя добавлю, что и не могу не отметить этого. Это уникальная вещь для Сарова. Православная гимназия выпускает готовых экскурсоводов. Кожаеву Марию и Карасеву Марию. У девушек за плечами десяток экскурсий для детей и взрослых по Саровской пустыне. Обращайтесь. Гимназисты на средства президентского гранта создали цикл мультфильмов об истории Саровского монастыря. Среди выпускников есть художники-мультипликаторы. Ребята, удачи и вам, и всего самого доброго! Саров встречает! Школа номер 14! Знание, выбор, сотрудничество! Девиз школы, который возглавляет директор Оксана Николаевна Грешникова, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, участник Всероссийского клуба «Учитель года», классные руководители Ирина Сергеевна Бартилет и Юлия Валерьевна Твердохлеб. Школа – федеральная инновационная площадка, сетевой проект наставников по развитию, региональной площадкой по развитию личностного потенциала. Выпускники школы – активные участники и лауреаты научно-практических конференций, городских и областных фестивалей, всероссийских конкурсов. Отметим некоторых из выпускников – Сергея Коробова, Алексея Гатаулина,
Ленина, Арсения Федосеева, Арину Брагину, Викторию Лебедеву, Артема Маркина и Анастасию Мишину, Дарью Пристеж и Ксению Афонину. Педагогический коллектив гордится своими выпускниками. Поздравляет их с успешным окончанием школы. В добрый путь! И вот здесь должны были быть аплодисменты всей площади. Ребята, у нас сегодня здесь тысячи человек. Ощущение, что пришли только выпускники и их родители. Давайте все вместе пошумим прямо сейчас. 3, 2, 1! Миш, ты знаешь, когда я сказал «пошумим все вместе», прокричали две девчонки из лицея номер 3. Им лучше всех сегодня. Молодцы, девчонки. Продолжаем встречать выпускников. На площадь вступают выпускники школы номер 5. Колонну возглавляет исполняющий обязанности директора школы Ольга Викторовна Соловьева, обладатель почетной грамоты Министерства образования Нижегородской области. Педагогический коллектив школы творческий и очень целеустремленный. За 56 лет школа номер 5 дала путевку в жизнь более чем 3000 выпускников. 98 из них имеют золотые и серебряные медали. Выпускники 23-го года – это творческий союз организаторов, инициаторов и энтузиастов. Школьные праздники, акции, флешмобы, волонтерская деятельность – это все про них. Участие в олимпиадах, конференциях, международных, всероссийских творческих конкурсах – вот это все про них. Среди выпускников этого года стоит отметить Валентину Малову, Федора Дранишникова, Дарину Кармазину, прошу прощения, если неправильно сказала, Анастасия Стаценко, Елизавету Тараканову. А еще Викторию Клемкину, Михаила Власова, Викторию Матиенко и Павла Есина. Все эти годы рядом с ребятами были мудрые наставники. Первый учитель Елена Викторовна Соловьева и классный руководитель Оксана Валерьевна Шеварулина. Ей отдельный привет. Педагогический коллектив гордится своими выпускниками 23-го года и желает им смело идти своей дорогой и не бояться трудностей. Аплодисменты, это школа номер 5. Друзья, встречайте! Школа номер 13! На площадь вступают выпускники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы номер 13 города Сарова. Директор школы Светлана Алексеевна Жиганова. Дважды победитель конкурса педагогов проекта «Школа Росатома». Победитель приоритетного национального проекта образования. Классный руководитель выпускников Наталья Васильевна Ширяева. Школа номер 13 – одно из старейших учебных заведений города, которое сегодня развивается с учетом трендов современного российского образования. 7 выпускников школы – медалисты! Выпускники школы – победители призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний. Среди выпускников выделяются Иван Ухабов-Богославский, Юлия Ласточкина, Вячеслав Кидочкин, Ксения Телегина, Яна Киреева. Дорогие выпускники, поздравляем вас с окончанием школы. Желаем вам удачи на выбранном пути, веры в мечту своего сердца, поддержки родных и друзей, достижения всех поставленных целей. И вот здесь ваши аплодисменты, друзья. Так, продолжаем, потому что на очереди выпускники школы номер 11. Директор школы Елена Николаевна Кузова, обладатель грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Классный руководитель Елена Юрьевна Полторыкина. Выпускники школы номер 11 – уверенные в себе, смело смотрящие вперед юноши и девушки, которые проявили себя в различных направлениях деятельности, стали победителями и призерами конкурсов, олимпиад, конференций, соревнований различного уровня. Среди выпускников отмечают Юлию Барышеву, Степана Ковалева, Арсения Ковалева, с новыми мечтами и горящими сердцами. Желаю вам смело сделать свой первый шаг по взрослой жизни и уверенно идти к поставленной цели. Школа номер 11. Пошумите! На площади выпускники школы номер 12. Педагогическим коллективом руководит директор Светлана Витальевна Нижина. Обладатель почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации. Со своими классными руководителями Ириной Николаевной Шевлягиной и Ириной Анатольевной
возможностей раскрытия и реализации способностей каждого ученика. Сенсации, покоряйте новые высоты и скорости внесите знания. Сейчас будет шумно. Смотри, я накидал. Черт знает что, не снимал. А как вы божничка? На площади выпускники муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы номер 16. Это самая молодая, самая большая по численности школа в городе. Ваш успех в жизни — это наверное жизненный успех. Что-то их мало будет. Смотри, вообще, очень мало. Лауреат российского конкурса «Директор школы», обладатель почетной грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, классные руководители Елена Вячеславовна Калашникова, Елена Вячеславовна Калинина, 55 выпускников школы, активы, продолжатели школьных традиций, школа гордится Каролине Шуконовой, Виктории Абраковой, Сергей Цютиной, задумайся, 474 человека выпускников, те, которые стоят шариками. Кто сам из них, из 14 разных школ нашего города. И совсем скоро все эти ребята разбегутся кто куда. Но здесь и сейчас они единое целое, как один прекрасно ограненный алмаз, грани которого светится успехом и свершением. Дамы и господа, мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, мы начинаем! Yeah.
девчонки. Друзья, еще я думаю, что имеет смысл поблагодарить бурными аплодисментами. Скорость, дух свободы и братства. Ваши аплодисменты. Ребята, пропустите, пожалуйста, колонну байкеров. Пропустите их, пускай ребята выйдут с площади. Ваши аплодисменты. Пока вы танцуете. Сегодня решили, что этот вечер должен быть интерактивный. Вы не просто смотрите. Вы полноценные участники нашего сегодняшнего вечера. Что надо сделать? У нас есть чат в Телеграме. Сейчас вот, ребята, зайдите, чтобы QR-код был видно. Наводите, присоединяйтесь к чату и туда пишите все свои приветы и поздравления. Мы с Мишкой прямо в прямом эфире будем начитывать ваш привет прямо со своих телефонов. И, кстати говоря, если у нас все получится как надо, если вы будете активными, то мне обещали, что здесь появятся ваши фотки, прямо которые делаете прямо сейчас и отправляете в этот чат. Присоединяемся. И я вам сейчас скажу, что мне очень понравилось уже одно объявление. Климов Вадим Ильич, кайфуйте, любите и будьте любимы. Попутного ветра, будьте собой. И главное, успех неизбежен. Поэтому отправляйте все привет, поздравления сюда, будем прямо читать с разбегу. Ну что, продолжаем. Дорогие друзья, символ нашего сегодняшнего праздника многогранник. Это замечательный многогранник. Цель и как в этой жизни ее добиться. Поэтому все двери в будущем открыты для вас. Отдельно, сейчас у вас очень простое задание на самом деле. Может быть, не сегодня вечером, а завтра с утра определиться, кем вы будете в жизни. Это не сложно. Но как этот выбор вы сделаете, так и проживете. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в Сарове с уважаемыми, достойными, интереснейшими людьми. И в этот город украсите своим присутствием. Отдельно хочу сказать слова благодарности родителям и учителям, потому что по себе знаю, как не просто голову реально шашлыку пап.
лицо. И, конечно, талантливость и благодарность учеников. Ну, а что у некоторых из организаторов сегодняшнего мероприятия в тот момент сгорят новые кости. Вот это воспоминание с детства. Мне было не очень много лет, но я хорошо помню, как это было круто. Прямо сейчас мы окунулись в один день детства Кирилла Васенина. А окунуться в мир детства нам поможет образцовый коллектив эстрадной и народной хореографии «Задоринки», педагог Анна Козловская. Я не знаю, что это.
Спасибо.